Было плохо и темно, но вдруг кто-то промелькнул мимо, и настежь распахнул окно. Все вокруг наполнилось светом, и стало резко мне легко. И кто-то сказал: «Здравствуй, милый!» Снимая свое пальто, рядом возникла дева лет так 20. Она напротив меня села на столе, разложив свои кульки, пистолеты, автоматы и взрывчатки килограмма 2. Я спросил: «Кто ты?» Она улыбнулась, что я не твоя. Война, 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 война. Мальчишка лысый в кепке, он сидит в БМВ. Ему до всего фонарь, он с продавщицей жжет лаве. У него крыша дядя, он вор в законе весь. Он купил пару ментов, и те обламывают любую спесь. А вон сидит президентик, бывший партийный член. Он подгадал моментик, и теперь он символ перемен.